Всем привет! Это полная практика прощения с Green Mind Life Ярослава Мудро-Воронцов и Мария. Вы знаете, сегодня у меня была особенно сложная ночь. Моей собаке было не очень хорошо, и мне приходилось там ночью несколько раз вставать, выводить его на улицу, гулять с ним по холоду, по морозу, и это все как бы привело к тому, что я не очень выспалась, и в принципе ночь прошла не сильно хорошо. И вот сегодня утром как бы для меня все равно было важно встать вовремя, сделать вовремя все свои дела, там, не сбиваться со своего графика, со своего распорядка дня. И вот именно это я сегодня сделала. Но при этом мне надо было как-то каким-то образом сегодня вот подзарядиться, потому что ночь была непростая и нелегкая. И что заряжает меня обычно в такие моменты, это в первую очередь, конечно, контрастный душ. Каждое утро принимаю контрастный душ, он меня невероятно бодрит, заставит проснуться, почувствовать некую энергию, заряд бодрости и активности на целый день дает. Вот. Ну и потом прогулка с собакой, все с той же собакой, прогулка на улице, тоже свежий воздух. Вот он очень-очень заряжает. Природа, она дает всегда силы и энергии, когда ты вот идешь, наслаждаешься тишиной, пока еще все спят, и ты гуляешь вот свежим воздухом, деревьями, травкой, иногда птички слышны. Сейчас, к сожалению, не так много. Это вот то, что мне помогло немножко проснуться, взбодриться, зарядиться. А потом я пришла домой и, знаете, подумала, что ну, вот надо чем-то себя вот таким вот подзарядить. И опять-таки вспомнилась, буквально вчера смотрела лекцию Елены Татариновой, по-моему, Елена, не помню, к сожалению, как зовут, но она там вспоминала о том, что если ты хочешь что-то получить от мира, от окружающих тебя людей, в первую очередь нужно это же им отдать, то есть хочешь любви и заботы, давай людям любовь и заботу. И мне вот как-то очень эта мысль сегодня утром вот в голове висела, я думаю, блин, так вот какое-то такое немножко побитое состояние, не буду поддаваться этой хандре, а буду активничать, хочу любви, окей, значит, я сейчас там проявлю заботу о своей семье. И вот сегодня утром, все утро готовила им всякие вкусняшки на завтрак, будила их, радовала их, и вы знаете, вот та улыбка, которую ты получаешь в ответ, их радость, их удовольствие, которое ты видишь на их лице, безумно радует. Вот просто радует, заряжает, восхищает, и во мне лично вызывает желание делать еще больше. И мне кажется, уже окей, мне и любви никакой не нужно, мне вот достаточно вот этой улыбки. И вот это то, что меня лично заряжает даже после такой непростой ночи. Моей собаке сейчас уже намного лучше, она спит, отсыпается после недосыпа ночью, а я же со своей семьей сейчас буду заниматься дальнейшими там нашими какими-то семейными делами. Но вот хотелось с вами поделиться тем, что даже когда тебе, возможно, ты подуставший, невыспанный, тебе немножко плохо, не стоит поддаваться хандре, стоит наоборот еще больше заряжаться, находить в себе ресурсы, дарить любовь и радость окружающим тебя людям. Это была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослава Мудро-Воронцов. Живи на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.